доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. УФСБ России по Оренбургской области проводит набор выпускников 11 классов для поступления в учебные заведения ФСБ России на факультеты подготовки оперативных и следственных работников, в Институт криптографии, связи и информатики, а также в пограничные институты. Желающие должны иметь гражданство Российской Федерации, быть готовы сдать нормативы по физподготовке, пройти медкомиссию и профессиональный психологический отбор. Прием документов осуществляет УФСБ России по Оренбургской области. Обращаться по адресу: улица Набережная, 10, или по телефонам 78 52 75 и 77 41 71. Требуются строители-разнорабочие. Работа в городе Оренбурге, иногородним предоставляется жилье. Телефон 93 59 88. В областную стоматологию требуются бухгалтер, медицинские сестры, а также уборщики служебных помещений. Соцпакет. Телефон 30 10 93. Оренбург Межрайгаз приглашает на работу слесарей. Средняя заработная плата составляет 76 тысяч рублей. Телефон 34 16 11. В Оренбургский комбикормовый завод требуется повар, дворник, уборщица. Обращаться по телефону 91 88 88, добавочный 219. Требуется администратор-клинер и уборщица. Заработная плата от 28 тысяч рублей. Телефон 69-07-78. Требуется водитель на автобус на развозку. Телефон 903-701. В компанию «Профметалл» требуется уборщица и гибщик металла. Телефон 444-888. В крупную строительную компанию требуются разнорабочие. Телефон 427-888. В офисное здание требуется уборщица. Заработная плата 20 тысяч рублей. Телефон 33-10-72. Требуются автомойщики. Телефон 210618. Крупную строительную компанию требуются монтажники навесного вентилируемого фасада. Телефон 202-769. Требуется слесарь РГО по ремонту котельного оборудования. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Телефон 8-912-846-93-17. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917-770. В управляющую компанию требуется электрик и тракторист. Заработная плата достойная, имеется возможность проживания. Звонить по телефонам 44 34 90 или 8 909 611 92 48. В компанию требуются водители категории С, Е, ДОПОК обязателен. Телефон 8 905 889 08 88. Требуется оператор на производственную линию, заработная плата 28 тысяч рублей, уборщица 25 тысяч рублей, а также грузчики 30 тысяч рублей. Звонить 8-903-361-60-33. Требуется дворник, телефон 97-45-54. Требуется рабочий по зданию, телефон 28-34-36. В компанию «Экоферма Кушкульские теплицы» требуются тепличники-овощеводы, фасовщики, а также водитель погрузчика. Телефон 38-77-22. Требуется посудомойщица. Телефон 25-93-45. Требуются охранники. Телефон 25-94-93. В управляющую организацию требуются дворники и разнорабочие. Звонить 43 49 94. Требуется слесарь-сантехник и электрогазосварщик ЖКХ. Телефон 8 987 340 19 41.
В компанию «Складсервис» требуются сторожа, грузчик-стропольщик, крановщик и кладовщик. Обращаться по телефонам 23 76 64 или 23 76 71. В компанию «Жеоремстройсервис» по улице Карагандинской, 94/1, требуется мастер участка ЖКХ, электромонтер и слесарь-сантехник. Телефон 450670. В ресторан требуются мойщицы посуды, уборщицы, а также повар и официанты. Телефон 970921. В ювелирный салон требуется бухгалтер. Телефон 773561. Требуются охранники. Телефон 920664. Требуются сотрудники на производство без опыта работы. Телефон 455705. На улицу Волгоградскую, 5, требуется уборщица в ресторан, а также горничная в сауну. Звонить 8-987-847-9806. Требуется повар с опытом работы. Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет. Телефон 8-922-535-1772. В Оренбургстат требуется сантехник с опытом работы и рабочий по обслуживанию здания. Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет. Телефон 31-27-23. Полк патрульно-постовой службы полиции МВД России Оренбургская приглашает на службу мужчин до 50 лет, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации и имеющих образование не ниже среднего общего. Обращаться по адресу: город Оренбург, улица Гая, 17, или по телефонам 790858 и 790865. Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.